Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 426. События дня. Евангелие от Матфея, 19 глава, 8 стих. А сначала не было так. За 10 февраля 2017 года. Это каждый день, что у нас было. Я пенсионер, 77 лет мне, и поэтому у меня свободное время есть днем. Молитвы и подготовка материалов, люди пишут. Поэтому на каждый день что-то набирается. Иногда много, иногда меньше. Но нам есть чем недостающее, чтобы ролик был не меньше 1 часа. Из вопросов, которые из моих же книг. И вот здесь попутно сказать Матфеям, Матфея 19:8, через тире, потому что система не пропускает двоеточие. Но когда уже буду ставить прямо, непосредственно в YouTube, тогда пропустит. А у православных через запятую пишет, то через точку запятой. Только через двоеточие надо делать. А, можно вопрос, а что она не пропускает? Где именно не пропускает? Где? А когда я название ролика делаю, она не пропускает. Там написано знаки такие, такие не проходят. Не проходит. А мне название-то ролика надо дать, потом на обработку отдать. И поэтому она не пропускает. Выкидывает ее и все. Там написано. Понятно, понятно. Да. А когда уже я непосредственно уже закачанное начинаю оформлять, какое название, там можно. Но не нам командовать. Мы музыку заказывают они там, а мы пляшем под их музыку. Так. Вот тут большой материал большой пришел. Торговля церковными таинствами – это и есть мерзость запустения, безбожие. Сатана прямо говорит. И кто-то не говорит, если бы просто я говорю, тут ко мне отношение другое. Мало ли кто сказал. А вот тут говорит на сайте журнала «Фома», это православный журнал, по благословению патриарха, там они всех собирают, как вот мой, наш дом, там и Гурьянов, и Крестьянкин, и кого только нету. В колонке главного редактора – хорошего, уважаемого мной человека Владимира Романовича Легайды. Или Легойды, не знаю. Появилось интересное видео. Теперь вопросы и ответы. Я включил его во вчерашнее, потому что говорили, а по сегодня подумал, и нет, я его не буду выпускать. Здесь мы отдельно сделаем ролик. Почему? Потому что о торговле у меня целая графа. Торговля и храм несовместимые в моей книге «К истинному православию». Это будет даже лучше. А почему к Легайде прислушивается, а к вам нет? Ну почему? Писание говорит. Заговорил богатый, превознеси до облаков. То есть сравнивает как божество, говорит. Заговорил бедный, и все. А кто это такой? Кто это такой? Ты выскочил. Кто ты? У тебя ни образования нету никакого духовного. Я это знаю. Но если говорит Бог, да умолкнет всякая тварь. Он приводит одно место, только что Господь и знал. Я привожу 101 место. Но разница все-таки есть. Я, к примеру, говорю, я из святых отцов беру, каноны церковные запрещают. Этот материал мы сделаем прям, ну, может быть, даже сегодня, если время будет. Потому что сегодня суббота. Так я пропускаю его, потому что это очень, ну, большой материал так. И вот ценники какие в церкви, как лукавят. Все. Это я только сегодня утром решил. Думал, что это утренний пройдет, но решил нет, отдельно сделать. Неоспоримый факт. И вот читаем дальше. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Благодарю за замечательное фото. Вчера был на лекции отца Геннадия, и я в который раз услышал почти в буквальных словах то, что многократно слышу и слышу от вас. Это, как бы вернее сказать, подобно полифонии, а точнее по-православному антифонному пению, когда ухо воспринимает единое, согласно между собой учение и слева, и справа. Дивен Господь. Давайте без лукавства. Полифонии. И здесь антифон. Ты знаешь эти слова? Четкость. Не знаю. Ну, слышал. Слышал, не знаешь. Ты знаешь эти слова? Не знает. Володя, все говорят, не знает. А Никита знает. Вот еще раз доказательство. А может он это делать? Петь не поет. Его знание только для него. А другой не знает, что это такое. Всю жизнь поет на клиросе. Вот и все. Так, какова его благость, что позволяет мне пить это чистое словесное молоко из таких чудных милостью Божьей источников. Вчера поймал себя на мысли на лекции, что обвожу глазами зал и понимаю, что ведь это все деяние Духа Святого, избравшего вас, отца Геннадия, через которых мы все собраны в этом зале.
шире в Церкви Христовой и внемлем Слову Его. Понимаете, этот человек из Красноярского края преподает в Государственном университете и в Государственной академии. И ведет занятия при митрополии. Там, кажется, епархия, митрополия там у них. И вот он поймал себя на этой мысли. А другие, которые нападают, он ничего не принимает. Он не слышит, не видит. Как Павел Бочков, профессор, доктор богословия Московской патриархии, говорит, ну тысячи людей, которые пришли через Игнатия, ничего это вам не говорит, а он не может, злоба ослепила его. Исидор Пелосиот говорит, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. То есть у него язык есть, он говорит, несвязанные слова издает, кричит. Это есть такие вот в Филадельфии, там Скуратовский Виктор нападает, он совершенно чужой человек в христианстве. Он не знает, пришел из баптистов. А баптист это церковь. Ну а если церковь, зачем ты пришел сюда? Там несравненно более евангельская внешняя. И как у нас в лагере душат, Роспотребнадзор детей там допрашивает прокуратура, а он ликует, наконец-то этого упыря прихлопнули, то другое. То есть жулик, самый настоящий. Это разбойник духовный. А вот люди, которые молятся Богу. И его натолкнул на меня это отец Андрей Кураев. Назвал меня каким, он стал искать, потом выписал книги, заплатил и прочее. Вот как говорит, шире. О чем говорил отец Геннадий? Вас не знаю. Мы встречаемся очень редко. Отец Геннадий – это светильник на вершине горы. У меня ничего этого нету. У него преподаватель Томского университета, семинария, академия, магистр богословия. У меня ничего нету, а говорим одинаково. И он это видит, обвел зал и понимает, что если бы он не услышал отца Андрея Кураева, не имел бы книги мои, через это не вышел бы до отца Геннадия Фаста, и он это понимает, благодарная душа. Другой этого ничего, он даже слышит, вот сейчас там какой-нибудь Скуратовский, Дудин, он не понимает, злоба ослепила глаза. Ну конкретно, зал, православные люди, он им преподает. Ясное дело, что раз его церковь привлекает на такую работу, он много знает. И говорит, шире теперь то, что мы делаем, говорим, это все деяние Духа Святого, избравшего вас, отца и Геннадия. Понятно? Это не похвала. Это даже не похвала. Это Дух Святой говорит так, потому что то, что делаем, это не мое. Почему Иоанн Златоуст говорит, деяние апостолов неправильно названо. Надо сказать было деяние Духа Святого. И он так это видит. И дальше. Кстати, разбирая псалмы, тема лекции, батюшка неоднократно сказал, что синодальный перевод псалмов глубже и сильнее, нежели церковно-славянский. А в одном месте привел пример даже и оригинала. Вот так. Сказал, что нужно уже с детства приучать детей к чтению Святой Библии, именно в синодальном переводе. Я никакие не признаю переводы, хотя другие, как Касьяна епископом, начитывал на пленке, чтобы дать ознакомиться. Не говоря там новые переводы, я уж не говорю новый перевод у иеговистов, там не перевод, это новая книга еретическая, ее сжигать только можно. Так, собираюсь на ваше занятие. Прошу молитв. Благослови его, Господи. Крепко и благодарно обнимаю вас, Игнатий Тихонович. Храни вас Христос, братьям поклон. Ну, братьям поклон, это речь идет о вас. Теперь посмотрим на наши ресурсы. Это в моем мире вот такая страничка у меня. Есть другая, где я с голубем. Так писать туда не надо. Там модераторы создали параллельно. На случай, если здесь что-то случится, там открываются другие. Что интересно, вот эта система хоть сколько можно открывать. И вот однажды один заходит, и там он вроде китайский какой-то там, на самом деле я не знаю, кто он такой. Ну, пакости говорит. Я его только в черный список заношу, выхожу, он опять стоит. Я тогда решил пройти туда, мне помогли. А у него 50 открыто листиков, один закрывает, он другой. И я его сразу на все 50 заблокировал. И он, видимо, раз в другой сунулся, я так полагаю. Ты видите, еще один скажет, что-то сделалось. 50, а он, может быть, 100 после этого имел. И больше он никогда не заходил. Доктор там, китаец какой-то. 50 страниц открыто. Ну, зарегистрированный, где он. Поэтому там есть другая, вот это и сюда можно писать. Вот здесь вот в Кистине 2 Mail.ru собачка. Это моя почта, можете сюда заходить. Другой ресурс я показываю, это православный форум наш, вот он где, очень большой форум, 1602 темы.
Я вчера удивлялся, почему вдруг у меня количество посещений в день увеличилось на 200. Ответа не пришло. Сегодня я смотрю, на 200 меньше, вернулось на 350. Все. То есть это люди случайно. Кто-то где-то что-то на меня напал или сказал, один раз в 20 раз больше пришло. 300 у меня всего заходит, а тут заходит 5000. Я говорю, это не мои все, это прохожие. Кто? Оказывается, Дворкин против меня выступал в Москве на рождественских чтениях в 2006 году. Вот в чем дело-то. Ну, люди забежали, посмотрели, ну, мимо магазина идут, заглянули, ага, продается, и побежали. А 350 – это наши, наша клиентура. Дальше. У нас православный видеоканал. Открытым оком во свете Библии. И вот сегодня я выставил 4, еще будет ролик, может быть. Вот даже показать рано утром. Сегодня, к слову сказать, я проспал. Встал ночью, все как надо сделал. И, ну, 2 часа, далековато, в 4:40 встаем-то. Прилег, капут. Даже не проснулся, пока братья свет не зажгли. Почему днем никогда не ложусь, никогда. И поэтому организм все время в натяг такой идет. Но я не ропщу, поблагодарил Бога. Все равно в 4:40-то встали. Никогда не переживаю. Проспал, не проспал, опоздал. Никому не обещал. Когда мог, тогда и пришел. Быть свободным. Ну и большой ресурс у нас. Это сайт, с чего мы начали. Вот форум, допустим, ему 7 лет, сайту примерно 8. Ну, он менялся. Как менялся? То есть, более совершенным делался. Другие сделали параллельно. Сколько, в каких странах, я сейчас не знаю. Тогда одновременно сразу открыли 2 наших сайта, копия в Америке. Бодрствуйте, братья. Дьявол рядом ходит. Ну, вот мы сейчас самое ценное, это ответы по темам. Кто насчитывает, занимается, прошу, вечером ложитесь пораньше, чтобы при чтении были бодрые. Много ошибок делаешь. Слышишь, нет? Слышу. Много ошибок. Интонация прям, ну, совсем хуже делается, чем раньше. Даже, ну, не вникаешь, спать охота. Я ложусь, и ты со мной ложись вместе. То есть, для себя, у тебя отдельная койка. А то скажет, ложись со мной. За эти слова привяжутся. Вот сейчас мы идем про царь, называется папка. И вот сейчас мы под Ctrl-A. Ctrl-S. Копия. Вот так. Это мне мешает все. Я открываю новую страницу в Word. Ctrl-V вставляю. Ctrl-A активирую. И размер шрифта беру 20. Вот так. Чтобы на видео можно было заснять. Поехали. Вопрос 2156. 8 том «Открытым оком». Насколько были свободны иерархи в России от царской власти? Это у меня на занятиях в университете, я 3 радиопрограммы вел те годы, везде, там в милиции, вопросы очень серьезные. Ответ. Со времен Константина Великого церковь потеряла полностью свою самостоятельность. И с этим свыклись. Были от придержащих солидные подачки на монастыри, и этим все сказано. Связали себя по рукам и ногам, мамонной, и потому... Поэтому, что бы им ни сказали, властители они с верноподданнической услужливостью выполняли. Вот сейчас в интернете интересно появилось. День Победы. Ну и что? Ну неплохо. Но кто-то вверху сказал День Победы, а этих-то уже мало совсем ветеранов-то. Ну надо показать-то не просто, чтобы какой-то там на носилках принесли, а чтобы в орденах был весь. Но одни мужчины, надо женщину. И вот выставляют. Ну я не думаю, что это Путин делает-то. Кто-то делает-то. Они находят людей таких. На фронте был. Ну и вызывает его. У тебя какой орден? Да за взятие Берлина один или другой там. Участник Великой Отечественной войны. Ничего нету. Ему там надают орденов. Он всю грудь увешает. Выходит. А какое звание? Сержант. Ему звание обязательно полковник. Ниже нельзя. И вот эту подделку, как-то туфту-то сейчас обнаружили. У ней на дому. И показывают снимок. Вот она там где-то на мавзолее стоит. Женщина. Герой Советского Союза, там, еще ордена-то, 5 орденов Ленина, и чего только у ней нету, ну, вся грудь в орденах-то, звание полковник. На следующий год эта же женщина стоит, показывает, опять же, и звание генерал. И у нее на дом пришел корреспондент, и как будто ничего не знает, и спрашивает, а вот этот орден где получили? Так, а героя за что дали? Да я Чуйкова,
перевязывала. И то, что перевязала маршала, и... да он не маршал еще был даже, героя, ну ладно. Ну скажите, а вот это за что? Она отвечает. Оно видно, что она уже чувствует, бабка-то эта. И она, ну скажите, а генерала за что вам дали? Ну что я вам должна все это отвечать? Ну в прошлом году вы были еще только пенсионерка, на пенсии, была полковник. За что вам дали-то генерала-то? Она этот костюм с орденами тащит куда-то там, где у нее закуток. И все, хватит, нечего тут вроде подкапываться. Другого мужчину там, он говорит, да, меня вызывали. Вызывали, а потом отменили. А почему отменили, не знаю. Другого там, говорит, соседа такой-то. А с какого года он? С такого-то. Аж кем закончил? Полковник Великую Отечественную войну. А когда демобилизован? Допрашивают. Ну, я сразу демобилизован был. Ага. Его по паспорту смотрят. В конце войны ему было только 9 лет. Значит, он взятие Берлина было и вернулся в звание полковника и пошел на пенсию. Ну, явно, что этого не может быть. Паспорт облещает он. Ну ладно, хватит. А автор говорит, эти люди никогда не будут бунтовать, что маленькая пенсия, ни против одного решения правительства выступать не будут. И вот об этом, и смотри, они никогда эти люди против не скажут, которых там государство обогревает. Это было при Константине, это и сегодня. Вот такое. Дальше. Лука 16:13. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Не можете, а люди служат церкви, епископу, только на деньгах. Деньги, 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 до патриарха, до папы, везде. Ну не можете. Значит, мамоне они служат, а Бог это только прикрытие, крышка под этим видом. А на самом деле это невозможно, невозможно. А если богатый был? Ну, богатый, значит, он жертвователь. Даже те, кто канонизирован, они-то более всего прогибались перед державной тростью. Тростью. Но мне никогда этого не простят. А это доказывает жития святых. Возьмите Дмитрия Ростовского. Этот человек, ну, на шаг никуда не от царя. Если бы царь назначал Петр I, я говорю, тиран, антихрист. И не подчинится, он сразу уберет. Это вот посылает его Дмитрия в Тобольск, а он не едет. И Петр I сам к нему на квартиру, где он там в монастыре, и склоняется к нему. Ну что, ты не поедешь? Да не могу я, ваше императорское высочество, величество. А почему? Холодно там. Да я и жития пишу, тут кое-какие архивы есть. Ну ладно, тогда ты будешь Ростовский. Дмитрий Ростовский, у нас храм во имя Дмитрия Ростовского. А кому позволит еще? Никому. Сгноит, сбросит сразу. А он делает что угодно. А теперь? Теперь он уже делает Дмитрию Ростовскому все, что надо. Приходят люди, которые назывались тогда тоже проповедниками. И бороду сбрить. Почему? Да Петр-то бритый. Букли эти навешали на себя. Он полностью все русское, как говорится, порубил, похерил. Нету этого. А как борода? Приходят, спрашивают. А вот борода, а нельзя. Вы знаете, я не буду говорить, кто это сказал, из тех, которые святые нынче. Скажи, а вот вам если... А что обещает Петр? Ну, борода не будет резать, голову отрубят. Ага. А вот если голову отрубят, отрастет? Нет. А бороду отрубят вам? Вот растет она. Так что... Петр узнал про это, говорит, напиши брошюрку, он написал. Борода это не важно, вот сегодня не важно, без бороды они и есть. Я знаю эту историю, она описана в житиях святых, не где-то. Дальше. Так, тростью. Эти выписки из жития я еще переделал, где говорится о монархе. В оригинале там все местоимения пропечатаны с большой буквы. С большой буквы? Как о божестве, даже страшно было перепечатывать. Вот как в житии Игнатия Брянчанинова показано это. Считайте. Том 1, страница 43. Игнатия Брянчанинова, его творение. А вы Игнатия Брянчанинова считали? Я не просто считал, я его конспектировал и по нему, по его 6 томикам многое-многое выписал. Я не просто должен сказать, а состав идет. Том 1, Игнатия Брянчанинова, страница 343. Возьми, проверь. И что? Император Николай Павлович изволил вспомнить бывших своих воспитанников и приказал митрополиту Филарету не в Москву вызывать игумена Игнатия, а вызвать. Вызвать.
игумена Игнатия, а в Петербург для личного представления ему. Причем прибавил, что если Игнатий ему так же понравится, как и прежде, то он его митрополиту Филарету не отдаст. То есть все, назначение, куда быть ему епископом, монастырь строить, царь ему такие деньги отпускает, как никому. А кто он такой Игнатий-то, пока монаха был? В другой монастырь прислали, а он ревностный такой. Ну что ревностный, молитесь, не на проповедь, конечно. А раз монах, это уже, говорится, мертвая фигура. Так мы, говорит, монахи от них ножи прятали, ложки. Мы, говорит, картошку чистили топором. Я это никогда не видел нигде. Игнатий Брещанину с товарищем. И вот он, когда учился в кадетском корпусе, и ходил все время в храм, как свободная минута туда. Это как? Да, о чем говорят кадеты-то? Бабы, как всегда, главный разговор-то. А этот туда. Начальник сразу докладной. Что-то неладно с этим. Вызовет его, что слишком часто ходит в храм. Это что-то непонятное. Какой-то революционер, наверное, будет. Это понятие высшего начальства. А теперь дальше. Он знакомый лично царю. Императору он понравился. Почему? Он видный такой. Ну, видно, что интеллигентный, импозантный, как говорят. И царь теперь пишет. А куда Филарет-то денется? Филарет к вашим услугам. Это мы считаем житие святого Спиридона Тримифунского. Царь во сне увидел его, и что он его исцелит. Ну а кто он? Не сказал название его, но по виду он его царь хорошо запомнил. И только от него будет исцеление. Ну что бы сделал человек-то? Ну, как-то нарисовал или дал другим и послал. Ничего подобного. Царь дает указание всем епископам со всей империи собраться. Я посмотрю, кто мне во сне был. В то время-то транспорт какой был? Самолеты не летали. Скоростных трасс не было. На ослах из-за моря. И все пришли, и царь осмотрел их всех. Вот этот похож, но не он. А вот этот, как будто бы так, но нос у этого шире, а у этого борода покороче. Ну ладно, езжайте обратно домой. Проходит время, никак не может вылечиться. Надо второй раз собрать, опять собрать. Так, знаете что, епископы, приезжайте, я посмотрю, где мой там, который во сне был. Это что, нормально? Во сне видел, и всех епископов собирает. А когда пришел настоящий, а охранник, который стоит-то, он его не пускает. Он и пришел, одежда, хламида порванная, все в заплатах. И он его даже ударил. А он отошел в сторонку-то и стоит. Он не знает, что именно его император и ищет. А он совсем не такой. Он без мамоны пришел. Спиридон Тримифунский-то. Почему они упустили такую молву, что он и сейчас ходит, помогает. И в гробнице его каждый год переобувают в новые тапочки, а в конце года открывают, они стоптанные все, грязные, он ходил где-то. И теперь, говорит, у нас такая радость, в Новокузнецк привезли сандалии один Спиридона Тримифунского. Поклоняемся, приходили, я приложилась к нему, сандалии один. А сектанты это слушают и видят. Так. Император изволил сказать, ты мне нравишься, как и прежде, ты мне в долгу за воспитание, которое я тебе дал, и за мою любовь к тебе. Ты не хотел служить мне там, где я предполагал тебя поставить, но офицером. Но избрал по своему произволу путь, на нем ты и уплати мне долг твой. Понятно, это император пишет. Я тебе давал тебе там стипендию, что теперь ты мне отплати. Буди делать все, Игнатий Брещанинов, как скажет император. Его недавно канонизировали-то. А у него ничего нет, он только житья пересказывал и все. Я тебе даю Сергиеву пустынь. Хочу, чтобы ты жил в ней и сделал бы из нее монастырь, который в глазах столицы был бы образцом монастырей. Ну что он дал ему? А Христе идти нет. Монастырь, чтобы храмов больше настроить, чтобы блистали все. И сейчас показывает что? И назначил самому игумену получать 4000 рублей ассигнациями содержания от кабинета. 4000, вы понимаете, что такое? Когда, говорит, на 2 рубля можно было корову купить. Монаху, бессеребреннику, мамоне не служить. Дальше, страница 45, это все написано. Так написано, может быть, сотая доля того, что было. Как верноподанный инок, он твердо решился в точности исполнить волю возлюбленного монарха. Большую букву. Возлюбленного. Он как Богу служит, монарху. Сделав веренную ему пустынь образцовую обителью во всех отношениях. Что именно? Здесь поднялись и зашипели зависть, злоречие, клевета. Здесь я подвергся тяжким, продолжительным, унизительным наказаниям. Это все от монахов ему что было? Зашипели. Это кроткий, смиренный Игнатий.
без суда, без малейшего исследования, как бессловесное животное, как истукан бесчувственный. Здесь я увидел врагов, дышащих непримиримой злобою и жаждой погибели моей. Это о монахах пишет. Вот это он ощутил на себе. И он говорит, когда проехал, монашество кончилось, остались одни актеры. Из всех, которые в монастыре были, это 1275. Только едва ли, под сомнением, 4, в которых теплится жизнь. Вот они ему настолько дали, так они ему, говорится, обрыдлили, что он написал наконец, что такие монастыри. Монахов нету. И сегодня это комедианты, прокуренные. Даже я не говорю о другом. Они Бога не знают. Да это говорит Игнатий, который сам был монахом. Это страница 45. Дальше. Все подвергли. Зашипели. Поднялось шипение, зависть, злоречие, клевета. Тяжким, продолжительным, унизительным наказанием, без суда, без малейшего исследования, как бессловесное животное меня сделали, как истукан бесчувственный. Здесь я увидел врагов, дышащих непримиримой злобой и жаждой погибели моей. Это все на меня конкретно, на Игнатия Лапкина. От патриарших. Везде они. Все эти Дудины, Скуратовские, со всех сторон. Вот это вот мне близко и понятно. Почему? Потому что я это терплю больше полвека. Ему-то царь еще была ограда, а у меня ограды никакой нету. Один Господь Бог. Страница 47. Были собраны 50 тысяч рублей. Для него 50 тысяч рублей. Это, понимаете, это состояние миллионер. Графиня Орлова также много помогала своими щедрыми даяниями. Ну кому она помогала? Никому. А почему? А он из такого рода, император благоволит, ну и я там участвую. Лужко все храм Христа Спасителя строят. Графиня Орлова также много помогала своими щедрыми даяниями. Церковь и корпус настоятельских келий, как однофасадные здания, были соединены новым двухэтажным корпусом, в верхнем этаже которого весьма удобно устроена была обширная братская трапеза, а в нижнем расположены кухня, пекарня и другие хозяйственные помещения. Скажите, какое отношение имеет это к Евангелию? Почему Павел это не устранял, когда деньги были, а только думал, как голодных накормить вдовиц? Что общего между деяниями апостолов и деяниями Игнатия Брянчанинова-то? Даже порошинки нету-то. Я ничего не добавляю. Теперь что он строит? Это современник Пушкина. И Пушкин был убит в 1937 году, он пишет в 1934. Ну, рядом. В 1834 году летом совершенно неожиданно посетил обитель государь-император, приехав из Петергофа около 5 часов пополудни. Он один вошел в церковь и спросил встречного монаха: «Дома ли архимандрит? Скажи, что прежний товарищ хочет его видеть». И какой скромница. Не император, а прежний товарищ. Это знакомые были. Дальше. Государь спрашивал о третьем их товарище, Федорове, вместе с ними поступившем в монастырь. И на ответ, что Федоров возвратился в мир и вновь на службе заметил: «Видно ему монастырский хлеб сух показался, а тебе обратился к Хачеву, заметно сильно пополневшему, пошел впрок». Там он даже не впрок, а этот вот, как бабушке приехал, батюшка такой худенький, а сейчас, слава богу, такой, ручки пухленькие стали, бабки раскормят. А это император подкармливал. Он говорит, это их товарищ общий ушел в мир. Ну, он в монастырский хлеб сухим показался. А тебе, видно, что заметно, пополневшему, пошло впрок. Назначено было дать из казначейства 906 тысяч, видимо. 96. 96, точнее, 6 тысяч. 6 тысяч 806 рублей, 19 копеек. 19 копеек, точность какая. Это что за деньги-то? Это означает, государственный бюджет почувствовал, что дырка в кармане. Это еще будут корпуса строить. А сделают пол с подогревом электрический. Дальше. 52 страница. Монастыри должны быть наделены для устройства земледельческого занятия примерно по 100... До 150 десятин. Ну, десятины, там, гектары, там, 0,02. Комиссия отпустила еще 300 тысяч рублей. Ну, откуда ты берешь? Точка же стоит. 30 тысяч рублей. То есть, еще мухлюешь-то все время. Дальше. Отец Михаил Чихачев пожертвовал 40 тысяч рублей в личное безотчетное распоряжение архимандрита. Его проверки не было никакой. Страница 64. На содержание епископу отпускали 285 рублей серебром. Синод отпустил еще по 1000 рублей серебром. То есть, по всем вот только как, 285, архиереи принимают, а ему сколько отпустили там, и еще 1000 дали.
с ребром в год карманных денег и по 1500, что это непонятно, 15 тысяч что ли серебром? Да, 1500. 1500 серебром на содержание архиерейского дома. Значит, на карманные расходы епископу. Я никогда не слышал, чтобы... Бывает, отец дает 3 рубля сыну. Ну, ты куда попало, не ходи там только. Можешь в цирк пойти, можешь там... Ну, вовремя домой приходи. Учит мальчишку. Дальше. Ставропольским вице-губернатором был родной брат епископа Игнатия Петр. А, вот в чем дело-то. Губернатор у него родной брат был. Хорошо. Так, страница 68. Стал проситься на покой в 861 году у императора. С чувством верноподанического благоговейного уважения, совершеннейшей преданности имею счастье быть... Это он так пишет. То есть, как письмо говорит. Представьте, это пишет епископ мирскому царю, императору. Верноподанического благоговейного уважения. Это хорошо. И совершенной преданности. И в этом счастье. Ваша радость и наша радость. А при чем тут митрополит Сергий Строгородский? Вот оно, когда все было. Дальше. Назначая пенсия по 1000 рублей в год, позже она была увеличена до 500 рублей. До 500 рублей. До 500 рублей. 74. Так, страница 74, наверное. Государь благоволил вспомнить о строительстве храма. Страница 78. Ваше высочество, поддерживайте монастыри по тому благу, которое приносит их существование. О Христе, о благовестии, о Библии ни слова. Это канонизированный Игнатий Брянщанинов. А вы его не любите. Я ни слова не говорю. Я молюсь, Господи, благослови нас всех. Так. Вопрос 2157. Не могу согласиться, что выражение «Святая Русь» не соответствует действительности. Так как столько было у нас монахов и монастырей на Руси, разве не видна вам в этом святость? У меня стихотворение на это написано. Мы сейчас проиграем его, сейчас запишем. Святая Русь. Ответ. В самом нашем вашем вопросе уже видно незнание Евангелия. Монашество проповедовало, насаждало не евангельскую веру, а народ жил по-язычески, ибо Слово Божие было неведомо народу. Грешили, пили, воровали, и самое главное, что Христа евангельского, Христа перерождающего человека, люди не знали. Потому Бог и разбил эту фальшивую святость за грехи и за безумие царей, дворян и священства. Безумие царя, священства. А откуда как-то? Да разве священство может быть безумное? Ну вот почитай. Я, как всегда, даю эпиграф и Слово Божие. Левитам 26:33. А вас, Россия, между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Это Бог приговор дал России. Иезекииль 12:14. А всех, которые вокруг него, с поборников его и все войско его, развею по всем ветрам и обнажу вслед их меч. Вот сейчас показывает Китай. Китай. 40 тысяч. Армия. Там 25. Это больше американской где-то раз в 10. И в любой день, говорит, они могут поставить под ружье в любой день 400 миллионов. Неужели? Ну, все доказано уже здесь. То есть больше всем армии мира вместе взятые. Смеялись, какая у них техника. Они сейчас любую покупают одну машину, размонтируют по Балтику и на выпуск массово идет. У них не тратят на изобретения годы большие. Один экземпляр достали, дальше все выпускают. И обувь, и все. Ну, где-то лишнюю пуговку сделать, чтобы не считалось полностью. Иначе платить надо за патент. И вот я это доказываю, о чем говорится. Жития святых. И где говорится кавычка, значит, я копирую, оттуда беру. Ни слова здесь нет в кавычках моего. Михаил Феодор, 20 сентября, кавычки открыты. Из «Жития святых» Дмитрия Ростовского по старому стилю 20 сентября. Кавычки, дальше. Когда ты видишь смуты и войны, или иные бедствия, не думай, чтобы все сие было простым, обычным явлением всего временного мира, или произошло от какого-нибудь случая. Но знай, что бедствие попускается волею всемогущего Бога за наши грехи. Вот как надо понимать. Дабы согрешающие приходили в чувства и исправлялись. Вначале Господь вразумляет нас грешных малыми наказаниями. Если же мы не исправляемся, тогда Он посылает на нас большее наказание, как некогда и на израильтян. Ибо что попустил Господь на тех, кои не захотели исправиться от верби бича Христова? Иоанн 2:15. «Поразивших, — сказал он, — жезлом железным» — Псалом 2:8. Наказания малые, которые Господь попускает вначале, суть следующая.
Мятеж. Мятеж — это революция, это малое наказание. Голод, внезапная смерть, междоусобные войны и тому подобное. Это малое наказание. Если же такими наказаниями грешники не вразумляются, тогда Господь посылает на них жестокое и тяжкое нашествие и на племенников, чтобы, хотя всем великом бедствии, люди могли прийти в чувство и обратиться от путей своих лукавых, по слову пророка. Когда он убивал их, они искали его. Псалом 77:34. Так было... написано, лгали, льстили Богу, но и опять же грешили. Так было и с нами, и со всей нашей земли российской. Когда мы своим злым нравом прогневали благость всемилостивого Бога и сильно оскорбили его милосердие, прийти же в раскаяние, уклониться от зла и творить благое не хотели, тогда разгневался на нас Господь праведным гневом своим и восхотел наказать нас за наше беззаконие лютейшую казнью. И вот он попустил тогда прийти на нас безбожным и жестоким варварам, называемым татарами, и нечестивейшим и беззаконнейшим их царем Батыем. В бесчисленном множестве, напав на русскую землю, они победили русских благоверных князей и сокрушили их войско. Все города они разорили, и землю русскую опустошили мечом и огнем, ибо никто не мог сопротивляться тем безбожным полчищам, коим за наши грехи предал нас Бог, глаголавший некогда через пророка. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. А что страшнее, то плен. Плен, говорит, это самое страшное будет. Ну, сейчас я закрываю, о чем здесь? Святая Русь, да? Да. Так, запиши, царь, Святая Русь. Все. Так, я говорил о том, что надо, может, даже найти. Сейчас мы зайдем сюда. Вот здесь вот надо зарядить. Вот, заряди сюда поиск на канале Святая Русь. Enter. Святая Русь. Вот это вот. На кухне беседы. Псалтырь, Святая Русь. Ага. Вот это дома лучше было бы свесть. Ну, мы сейчас ее найдем. Святая Русь. Псалтырь и Святая Русь. Чтобы текст шел. Псалтырь. Так, это Псалтырь. Так, подожди-ка. Сейчас я протащу дальше. Где Святая Русь? Смотри. Сейчас. Ожидают обманы и сы. Святая Русь. Не так уже. Это мое стихотворение, а псалтырь. Стократно была. Сейчас немножко продернем это. Клавиши строк. Это псалтырь, я написал в Перми. Захали снова воспоминания, пролом им тоскою открыт. Святая Русь, святая в кавычках. Погромче. То же самое. Чему вы обольщаете Самвона с подмосток у шафота у Кремля? Что будет мир и рухнет храм Дагона, заплодоносит мертвая земля. Вы говорите об лове России, царях великих, собиравших Русь, что всех Иуд повесят на сине, но я обратное вам предсказать берусь. Святая Русь, нас заклинают хором, Святая Русь жила и будет жить, и детям нашим не видать позора. Их будущее больше не страшит, не знаю, для чего так лгать, за
озабочена, цветаста и искусна. Прислушайся за каждым словом, мать, печаль веков щадит, и в сердце пусто. О Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови, тернистый путь, и вход уж очень узкий. Не верится и верить вам грешно, опровергать здесь нечего, напрасно. Во всем всегда одно большое «но». Мы говорим не об одном, а разном. Величие России не в тюрьме, не тысяче километровое пространство, но в покаянии и в сердце и в уме. Пусть маленькое, но Христово братство. О Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови, тернистый путь, и вход уж очень узкий. Святая Русь когда была святая, скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает, останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порт Артура, Оспу островов. Все подгребли Саутом, Гу и Бьюгу, и расплодили нехристи воров. О Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови, тернистый путь, и вход уж очень узкий. Кто хуже нас, сокровища земные, транжирит, жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне, Прибалтике, татарам и Чечне. На нашей земле вожделение, зависть, облизываясь, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцев запись, у нас отнять за счастье каждый рад. О Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови, тернистый путь, и вход уж очень узкий. Тогда исполнив веренное нам, не Русь святая, а герои веры, в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Обольщайте Самвона. Ну, видите, как мог написать это, составить музыку везде и все. Талант. Свой бард. И сам же играет. Ну, вот теперь мы... Так, сейчас я посмотрю. 23. У нас еще время есть. Сейчас мы опять... Ой. Ну, не так. Непосредственно за нами следил. Это не то я открыл. Это надо открыть вот эту вот. Это я просто... Снова открываю. И новый вопрос поднимаем. Ctrl-S. Снова увеличиваю до нужного размера и начитываем. А когда я это делаю, тут минутки теряются где-то. В это время молитесь, чтобы кто случайно не возроптал. Пока по-другому мы не научились делать, чтобы быстрее. Вот теперь небольшой вопрос. Да? Считай.
Вопрос 2156-8 том «Открытым оком». Насколько были свободные иерархи в России от царской власти? Это мы читали уже. Да? Ну, конечно. Это было, да? Так это что у нас? Это выходит, было у нас. Хорошо. А как же так получилось? Не знаю. Ну вот, вот. Как-то, видимо, она не высветила, а я ее взял. Но, по-моему, что-то не... Может быть, дважды вопрос повторяется. Бывает, 13-й, 52-й псалом, а они просто дублируют друг друга. Но у меня, может быть, просто машина тут так показала. Вот теперь мы на 20-й заходим и начинаем считать. Считай. Вопрос 2804, 13-й том «Открытым оком». Что с останками царя Николая II и его семейства? Почему к ним нет паломничества? Ответ. Церковь не признала их истинными. Эксперты почти все неверующие были. В этих заказных экспертизах часто бывают подделки. Алтайская правда, 19 августа 2005 года, страница 17. Давит на того, кто поддается. Заголовок. Какие черепа могли остаться, если их дробили прикладами, заливали ведрами серной кислоты? Это я говорю. Заранее обдуманно большевики-ленинцы приготовили людей, похожих на члена царской семьи, расстреляли и зарыли так, чтобы могли найти. А истинные останки могли развеять или по реке пустить. Да и нужно ли заботиться о том, чего нет, и тревожиться о соединившихся с прахом? Дробление мощей нужно рассматривать как дело, запрещенное самим Богом и Иеговой, и потому ненужное. Бытие 3.19. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Мы обладаем тайной бытия. Открыт нам смысл пустопорожней жизни. Готовится у нас нажитое отнять, безглазая костлявая царица тризны. Мы молимся и твердо в это верим, что смерти нет, есть только переход. В ту сторону, туда открыты двери, туда взраскрытый зев, и нас заря стряхнет. И в этом ракурсе, в единой перспективе, какими жалкими, смешными стали все, кто суетится, борется активно, став белкой на потеху в колесе. Глаза, очищенные духом благодати, читая, видят суеты счету. У каждого с косой крадется сзади, с некрологом не все его прочтут. Советники по радио лопочут, кривляется артист за пачку денег. Но вдруг авария и собирает клочья, и в черной рамке календарь настенный. Во свете Библии с открытым зрячим оком обозреваем будущее наше, как мизерны отпущенные сроки, мгновенье, миг и может меньше даже. Еще не замерли с трибуны голоса, взрыв обрывает нить или веревку. Успели ли допеть и дописать, когда летим с хлопком последним и пробкой? Христос есть жизнь, неоспоримый факт, проверенный прошедшими свой путь. Осмыслен был их покаянный шаг, сумели в нужном месте повернуть. С Голгофы мир в раскрытой панораме, крест лестницы, влекущий в небеса. Смешными кажутся трагедии и драмы, теряя голову, ревут о волосах. 11. Это мое стихотворение. Есть смысл? Ну, конечно, есть, Игнат Тихонович. Ну, конечно же, есть там смысл. Ну, понимаете? Прям... Это не по... это какое стихотворение-то? Это совсем никакое, так сказать. Я и не претендую на это. Но главное, это весь смысл заложен в этом. О краткости, бренности бытия и готовности быть. Так, царь. Царь, царь. Царь Николай II. Царь. Просто первое, дальше. Останки Николая II. Вот так. Николая II останки. Николая останки. Вот так. Главное это смысл. Вот теперь дальше опять. Я очень много обращаюсь к светской литературе, потому что это доказать. Что не просто я сказал, показываю, какая газета, какая страница, как это выглядит. Все, считаем.
Вопрос 3050. 16-й том открытым оком. Ага, момент. Тут меня не туда цифра задела. 18. Надо на 20-ку перевести. Вот. Объясните, только подробней, почему с приходом православного царя, это в одной из ваших книг, прольется много крови? То есть сейчас ждут царя, царя дайте, а я говорю, много крови прольется с его приходом. И второй вопрос, может ли это случиться у нас в России? И если нет, то почему? Назовите главное условие воцарения, по вашему мнению. Видите, какие вопросы. Я говорю, царь, если будет, как о нем говорят, это будет строгой руки, все это кровью зальет. Это прямо в пророчестве говорится. А как по-другому-то? Отвечаю. Ответ. Власть в России ныне экспериментальная. По циркулю и наугольнику масонов. Ты слышишь еще? Внимательно. Откуда власть? Дальше. А что не по их всемирному плану, разве потерпят они? Значит, мировая закулиса теневого народа начеку, чтобы не допустить самодержавия. Если имеете в виду конституционную монархию, как в Англии, то патриоты и монархисты, как главные баламуты с этой идеей, тоже будут категорически против марионетки в руках тех же масонов. Бессилие желающих царя и среда. Народ не только не готов к жизни по правде, но людям нравится разжиженность, культивируемая властью и московской патриархией. Любой поп оправдывает все безумства, творимые в государстве и в церкви, гнусавя, что Бог же милостив, и не может же он осудить слабых и немощных. Грех дозволен попами. Вот это великий инквизитор из братьев Карамазовых Достоевского. Россия сегодня представляет заразную помойку в духовном плане и лохмотья нищеты, воровской полигон для узаконенных олигархов. В Плотском. То есть это я говорю в университетах, на кафедрах. Я это все доказываю. А тут сидят представители администрации, КГБ, ФСБ, кого только не было на занятиях. Это занятия в университете государственном. Ну, я все в 5 университетах, не знаю, в каком это. Идею воцарения нужно оставить до лучших времен. Если Богу и Иегове, то угодно будет. Россия сегодня страшное блудилище во всех отношениях. Судебные органы тупы. Преступная милиция. Защиты нет ниоткуда. Поистине, к Богу... Кто искренне молится? Второзаконие 23.2. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Второзаконие 23.7.8. Не гнушайся идумеянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его. Благодарность какая? Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне. То есть считаться за еврея. То есть, если еврей женится на язычнице, то дети только наполовину евреи. Если же эти метисы будут выходить замуж за еврея, то уже в третьем поколении в их жилах будет течь 87,5% еврейской крови, что считается достаточным, чтобы быть допущенным до общества Господня. Чистопородно русские цари были только всего лишь в двух поколениях, при Михаиле и Алексее. А Петр I, русский антихрист, уже женился на немке, и далее в 6 поколениях брали только иноземок. Это я отвечаю на вопрос. Таким образом, в царе Николае русской крови было только 1,615... Даже 2% не было русского человека. А в нынешних претендентах, если взять только вдобавок, еще в двух поколениях осталось, уже не более 0,4% русской крови. А всего 100%. Ну что там говорить-то? Говорить о царе русских кровей только весьма с большой натяжкой можно. Да и за границей неистребленные Лениным отпрыски легитимно вряд ли могут по совести претендовать на престол согласно закону Российской империи. Непонятно, почему должны именно в романовской выродившейся породы брать облезлых овец. У масонов в их протоколах это обговорено детально и намного умнее. Правдивее и полезнее. Если насильно поставят какого-то Георгия, то будут против все коммунисты и демократы. И будет... Его поставили, уже воцарили. И будет много крови пролито уже не за власть, а за то, чтобы уничтожить навязанного царишку. Чтобы был царь, нужно сначала всенародное покаяние принести за погубленное семейство Николая II и его самого. Это ваше... Должна быть проделана огромная работа по евангелизации народных масс. Всенародное покаяние за отступление от Бога, чтобы произошло принятие Христа, чтобы Библия стала истинно любимой конституцией. Мне лично сегодня царь нужен, и я готов его признать. Но кто будет ему служить? Кто будет его ближайших помощниках? Они сами-то возрожденные или свыше люди?
иначе там тут же начнется грызня. 1 Царств 12:19. И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили в себе царя. Грех ко всем грехам. Народ понял это. Деяния 13:21. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Красивый рослый царь Саул, скромный и обаятельный, вскоре стал тираном и подозрительным деспотом, врагом истины и гонителем истинного помазанника Давида. Плащ 2.6. И отнял ограду свою, как у сада. Разорил свое место собраний, заставил Господь забыть на Сионе празднества и субботы, и в негодовании гнева своего отверг царя и священника. Вот так. Бог отверг его, все. Осия 13.11. И я дал тебе царя в гневе моем, и я отнял в негодовании моем. Дал во гневе и отнял в негодовании. Какое благословение тут? Отвергшиеся истинного царя небесного достойны были умереть от чужеземного кесаря. Иоанна 19.15. Но они закричали: возьми, возьми, распни его. Пилат говорил им: царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали ему: нет у нас царя, кроме кесаря. Ну вот и все, нету царя, без царя в голове, да. Грешить и не болеть — всегдашний лозунг животолюбцев нынешних, вчерашних. Но часто диагностика приходит слишком поздно. Аптеки и больницы, подумать даже страшно. Болезни есть последствия греха. Когда Адам и Ева были не одеты, змей сатана на Бога набрехал, и голодьбою щеголяют дети. Но грех, неверие за горизонтом рая, болезни, смерть маячили подспудно. Потом брат Каин смертельно брата ранит, трудиться смерть в три смены будет. За горизонтом рая. Понятно выражение какое. Я не знаю, что на эту тему еще придется мне беседовать. И не болеть нельзя, необходимо. Стареть и морщиться, землистым покрываясь, теряя близких, искренне любимых, как крошки от большого каравая. Вот это на руке пятна такие, на лице. Что это? Земля зовет. Земляное все делается. А можно убрать эти пигментные пятна? Нет, я гляжу, сидят важные такие профессора, и все пятнами покрыты. А я думаю, я-то уж кто такой? Здоровый образ жизни не поможет избавиться от смерти. Вовсе не болеть. Бурдюк с непрочной, рвущейся кожей, огарку жизни так недолго тлеть. В жизнь вечная дарована Христом, в его победе над всегдашней смертью. Победу одержать молитвой и постом, все остальное мелочь, перетерпим. Рожденный свыше побеждает грех, он доброй совестью служить Христу обязан. Иначе будем наги явлены для всех, и жернова на шею за соблазны. Болезнь нередко благо ко спасению, к раскаянию жаркая дорожка. Терпение высеем, как для нетления семя. К дню судному что может быть дороже? Грешите, не болеть. Сорвите тот плакат. Болезнь есть вразумление от Бога Иеговы. В конце уснуть, на кладбище поспать. Иисус даст тело новое, нетленную обнову. Так, еще. О чем говорится здесь? О царе. О царе. Давай напишем. Царя просят. Два слова. Осталось 2 минуты. Ну еще на новое начнем. Больше быть, не меньше. А больше нам не противопоказано. Так. Тогда ты поймешь, как я насчитывал, когда работал в холодной комнате. 50 книг одному. И все время следить, как стоят машины, за мной следят. Ты маленько войдешь в это. Ctrl-S. Забрал, переношу сюда на кончике курсора. Ну и делаю доступным для съемки и для чтения. Вперед. Вопрос 3065, 16 том «Открытым оком». Самое большое недовольство у коммунистов вызывала канонизация царя Николая и его семейства. Достойны ли они были прославления? Я скажу, Осипов, все эти были против прославления. А я царю Николаю уже взывал, когда не был канонизирован. Ни в зарубежье, ни здесь не был. Я уже считал его святым. Хотя говорю, что царь самый негодный был. Но
подготовка у него была очень сильная. Ответ. Я, например, определенно доказываю, что Пушкин в раю. Льва Толстого, Лермонтова сказать не могу. У Пушкина было что? Покаяние у всех попросил, дважды причастился. Ну, христианская кончина. Дальше. Прославляет Бог верующих в него, а люди играют канонизацией. Про последнего царя много известно из воспоминаний о его семействе, близких людей из дневников царя. Таниева Вырубова была близкой подругой Александры Федоровны. Потом даже вышла ее книга «Страницы из моей жизни». Есть вполне достоверные записи воспоминаний о царской семье Татьяны Мельник Боткиной. Это дочь лейб-медика царского семейства Евгения Сергеевича Боткина. Он был расстрелян с царем в подвале Ипатьевского дома. Соколов, судебный следователь, оставил записи убийства царской семьи. То есть я на основании этих книг даю ответ. Не сам по себе. Книги очень редкие. Даже КГБ у меня и то интересовались. А где эти книги можно там достать и прочее? Царица твердо верила в загробную жизнь. Что здешняя жизнь есть только подготовка к настоящей жизни, которая начнется за гробом. Высокая ростом, золотистыми волосами, которые были ей почти до колен. Детей кормила с помощью кормилицы, так как своего молока у нее не хватало. Она всю жизнь страдала от того, что ее в России не любили, особенно при дворе. Однажды она написала своей подруге, принцессе Прусской: «Я чувствую, что все, кто окружает моего мужа, не искренне, и никто не исполняет своего долга и ради России. Все служат ему из-за карьеры и личной выгоды, и я мучаюсь и плачу целыми днями, так как чувствую, что мой муж очень молод и неопытен, чем все пользуются». Но ведь какая она была умница! Не случайно ее считали неприветливой. «Никогда нельзя знать, что нас ожидает завтра», — говорила она, и ожидала худшее. Молитва была ее всегдашним утешением. Вырубова вспоминает, кавычки, «дни до объявления войны были ужасны. Я видела и чувствовала, как государя толкают к войне. Война казалась неизбежной. Императрица всеми силами старалась удержать его, но все ее убеждения и просьбы ни к чему не привели». Более всего удерживал ее Григорий Ефимович Распутин. «Будет война, царь, погибнешь ты», и все дальше предсказывал. Из разговора с ним я увидела, что он считает войну неизбежной. Он утешал себя, говоря, что война укрепит национальные чувства, что Россия после войны станет еще более могучей и так далее. В это время пришла телеграмма от Распутина из Сибири, где он лежал раненый. Он умолял государя не затевать войну, что с войной будет конец России и им самим, и что положит до последнего человека. Видите, вот, ни один пророк, никто этого не говорил. Никто. Кронштадтска уже не было. Государя телеграмма раздражила, и он не обратил на нее внимания. О, вот это государя телеграмма раздражила, не обратила внимания, и говорит, что как далек он был от истинного понимания событий. В последующие дни я заставала императрицу в слезах. Их величество получили телеграмму от императора Вильгельма, где он лично просил государя, своего родственника и друга, оставить мобилизацию. Остановить! Остановить мобилизацию. Говорят, немцы начали мобилизацию. Теперь все историки говорят, наоборот, царь начал, а тому делать уже нельзя, чего было. Предлагая встретиться для переговоров, чтобы мирным путем окончить дело. Оба, две империи кончатся. Николай отказался от мирного пути, и Распутин Григорий Ефимович оказался прав на 100%. Да. После обеда царь курил папиросу. Государь облажал армию и флот. Бытность наследником, он служил в Преображенском и гусарском полках и всегда с восторгом вспоминал эти годы. Государь говорил, что солдат – это лучший сын России. Ее величество и дети одинаково разделяли любовь к войскам. Вот как раз войска и послужат тому, что будет мятеж, сбросят, революции произведут. Все они были душки, по их словам. Частые парады, смотры, полковые праздники были отдыхом и радостью государя. Входя после в комнату императрицы, он сиял от удовольствия и повторял всегда те же самые слова. Это было блестяще. Никогда почти не замечая каких-либо недочетов. Кавычки закрыты. Это говорят очевидцы, которые были вхожи. Часть дневников арестанта государя. Такие. Утром на улице появилась Рита Хитрова, приехавшая из Петрограда и побывала у Настеньки Гендриковой. Это было достаточно, чтобы вечером ее произвели обыск. Черт знает, что такое. 18 августа, 17 год.
Такой дивный день. Досада берет, что в такую погоду нельзя делать прогулок по берегам реки или в лесу. Вечером по обыкновению играли в кости. 22 августа. То есть домино там или что-то. И дальше черт и прочее, что говорит-то. Почему можно узнать по записи, что ты говорит православный царь? Да никакой обыкновенный зэк. Усиленно ходил взад и вперед по двору. По вечерам во время игры в домино или бейзик Татищев и Боткин читают вслух «Девятый вал», 9 сентября 17 год. На днях Боткин получил от Керенского бумагу, из которой мы узнали, что прогулки за городом нам разрешены. На вопрос Боткина, когда они будут начаться, могут начаться, Панкратов, поганец, ответил, что теперь о них не может быть и речи из-за какой-то непонятной боязни за нашу безопасность. Боязни. Все были этим ответом до крайности возмущены. Это царский дневник. Это своей рукой написано. И как он пишет, кто? Панкратов, поганец. Дальше. 29 сентября. Так, тошно читать описание в газетах того, что произошло 2 недели тому назад в Петрограде и Москве. Гораздо хуже и позорнее событий смутного времени. 17 ноября 17 года утром... Это запись. Какого числа он делал запись? Утром увидели в окно горку перерытую. Оказывается, дурацкий комитет отряда решил это сделать, чтобы помешать нам подниматься на нее и смотреть через забор. 5 марта, 18 год. Сколько еще времени будет наша несчастная родина терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами? Кажется иногда, что дольше терпеть нет сил. Даже не знаешь, на что надеяться. Чего желать? 15 марта, 18 года уже в этом году расстреляют. Сегодня годовщина моего переезда в Царское село и заключение с семьей в Александровском дворце. Невольно вспомнишь этот прошедший тяжелый год. А что еще ожидает нас всех впереди? Все в руце Божией. В руце, да. На него только все упование наше. 8 часов пошли к обедне. День провел как всегда. Обедали в 7 часов. Затем была вечерняя и после нее исповедь в зале. Детей, свиты. Людей и наша, 22 марта, 18 год. На первой неделе начал читать Библию сначала, 24 марта. Так как нельзя читать все время Библию, я начал также краткую историю англичан, Грина. По вечерам вслух опять принялся за Тургенева. Теперь читаю «Вешние воды», 26 марта, 18 год. Утром слышали со двора, как выезжали из Тобольска тюменские разбойники-большевики на 15-тройках с бубенцами, со свистом и гиканьем. С бубенцами. Бубенцами. Их отсюда выгнал омский отряд, 22 марта, 18 год. Вчера начал читать вслух книгу Нилуса об Антихристе, куда прибавлены протоколы евреев и масонов, весьма современное чтение. Ох как. 27 марта. 24-я годовщина нашей помолвки. В 11:30, наверное, была обедница. После нее Кобылинский показал мне телеграмму из Москвы, в которой подтверждается постановление от отрядного комитета о снятии мною и Алексеем погон. Поэтому решил на прогулке их не надевать, а носить только дома. Этого свинства я им не забуду. 8 апреля. То есть я не забуду, то есть приду к власти этого свинства, я им напомню. О чем? О погонах. Ну как это? Узнали о приезде чрезвычайного уполномоченного Яковлева из Москвы. Он поселился в Корниловском доме. Дети вообразили, что он сегодня придет делать обыск, и сожгли все письма. А Мария и Анастасия даже свои дневники. 9 апреля. В селе Покровском была перепряжа. Долго стояли как раз против дома Григория и видели всю его семью. Вот это я когда был там, где дом Григория Ефимовича, и там вот это была перепряжка так высечена, вот эти слова. Глядевшие в окна, 18-14 апреля. Яковлев передал нас здешнему областному комиссару, с которым мы втроем сели в мотор и поехали пустынными улицами, приготовленный для нас дом Ипатьева. Осмотр был подобный таможенному. Такой строгий, вплоть до последнего пузырька, походной аптечки «Алекс». А та жена. Это меня взорвало, и я резко высказал свое мнение комиссару. 17 апреля. При звуке колокола грустно становилось при мысли, что теперь страстная, и мы лишены возможности быть на этих чудных службах, и кроме того, даже не можем поститься. Имел радость основательно выспаться в ванне. Ужинали в 9 часов. Вечером все мы и жильцы 4 комнат собрались в зале, где Боткин и я прочитали по очереди 12 Евангелий.
после чего легли. 19 апреля. Евангелие это 4, но в разных местах повторяется 3 раза. 3 же 4, 12. По утрам и вечерам, как все эти дни здесь, читал соответствующее Евангелие вслух в спальне 20 апреля. Вместо украинцева сидел мой враг, лупоглазый, который должен был выйти гулять с нами 26 апреля. Поганец Авдеев приходил в сад, но держался вдали 30 апреля. Сегодня произошла смена комендантов. Во время обеда пришли Белобородов и другие. И это главное, кто расстреливать будет. И объявили, что вместо Авдеева назначается тот, кого мы принимали за доктора, Юровский, 21 июня. Это расстрельщики. К открытому окну подошли трое рабочих и подняли тяжелую решетку. Подняли. Тяжелую решетку и прикрепили ее снаружи рамы, без предупреждения со стороны Юровского. Этот тип нам нравится все меньше, 28 июня. Я против всякой канонизации. Это я, мои слова пошли, все. Но по всем канонам царь и его семейство перестрадали многое, и они мученики. Откровение 7.13. Я каждый день ему молюсь, каждый день. Иначе в речь один из старцев спросил меня, все облеченные в белой одежде, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин, и он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они мыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Царь Николай вполне может подойти по статусу Манасии. 2 Паралипоменон 36.24. Молитва Манасии, царя Иудейского, когда он содержался в плену в Вавилоне. Нестерпим гнев прещения твоего на грешников. Я согрешил паче числа песка морского. Многочисленные беззакония мои, Господи, многочисленные беззакония мои, и я недостоин взирать и смотреть на высоту небесную от множества неправд моих. Я согбен многими железными узами, так что не могу отподнять головы моей, и нет мне отдохновения, потому что прогневал тебя и сделал пред тобой злое. Не исполнил воли твоей, не сохранил повелений твоих, поставил мерзости и умножил соблазны, и ныне преклоняя колени сердца моего, умоляя тебя о благости. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззаконие мое я знаю, но прошу, молясь тебе, отпусти мне, Господи, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и не осуди меня в преисподнюю. Это молится Манасия, а я говорю, царь Николай вполне мог молиться так дальше. Ибо ты Бог, Бог кающихся, и на мне яви всю благость твою, спаси меня, недостойного, по великой милости твоей, и буду прославлять тебе во все дни жизни моей, потому что тебя славят все силы небесные, и твоя слава во веки веков. Аминь. Порабощение слабейшего позор, о братолюбии, похоже, не слыхавших, булыжник из-за пазухи, из-под полы топор, оптический прицел с винтовкой даже. Пока свободный жив, объект атаки. Поработить, закабалить его стремятся. Хватает их и тянут по этапам. С живых костей сдирают волки мясо. И не случайен бум у дедовщины. Убитых, покалеченных все больше. Так сколько же слабейших огорчили те выродки из стаи дикой волчьей. Так копится и зла потенциал. И обессиливает армии и семьи. Стремятся, чтоб слабейший танцевал под дудку лиходея, кто сильнее. А нужно бы искать слабейшего, кому ты крайне нужен. Кто горестной нуждой в тисках зажат, кого вполне и я укрыть мог стужу. Считаясь дедом, старшим по годам, по опыту, по знаниям и успеху, с какой легкостью свое тому отдам, кто новоселом после нас приехал. Прислушайтесь к поруганной душе, твоя душа в отчаянии не стонет, что столько шансов пропустил уже помочь тому, кто без тебя утонет. Не стонет душа, вопрос, это вопросительный знак. Ну-ка, прочитай с вопросительным тоном. Прислушайтесь к поруганной душе, твоя душа в отчаянии не стонет. Нет, твоя душа в отчаянии не стонет, что столько шансов пропустил уже помочь тому, кто без тебя утонет. Всем послужить имением и советом, помочь к Христу прийти под поздний вечер. Для этого и есть отцы и деды, лечить израненных, не натмашка лечить. Рабом быть ближнему, до коих дотянусь, доверие вызвать седину и плешью. Старейший друг, садовник Иисус, вас с ним зову, придите, пейте, ешьте. 29.3. Так. А еще царь расстрел, да? Там и расстрела не было. А еще о чем? Последние дни, может, там. Последние дни, давай.
И все, заканчиваю.